Я профессиональный оратор, уже 15 лет выступаю на сцене. Мне очень понравились техники работы с голосом, как сделать так, чтобы аудитория слышала. Мне очень понравились фишки, как сделать так, чтобы быть раскрепощенной на сцене и обволакивать аудиторию голосом и своей энергетикой. Зовут Чупыгин Антон, я профессиональный смартспен и практик гвоздистояния. Сегодня шел на интенсив к Елене Башевой, школа самопрезентации. Получил очень много ценной информации, как презентовать себя, как не бояться сцены и быть открытым для людей. Всем привет, меня зовут Ирина Концакова, я финансовый астролог, психолог. Мы поработали с телом, мы убрали зажимы, мы составили самопрезентацию, ту самую короткую, которая доносит именно ценность. Поэтому для меня этот интенсив был очень ценным, и теперь я смогу презентовать себя и доносить именно свою ценность до каждого клиента, с кем я взаимодействую. Сегодня мне довелось посетить школу самопрезентации Елены Борщевой. Самое интересное и самое ценное, что я из этого взяла, это ее возможность поделиться личным опытом. Она сама прошла через тернистый путь выхода на сцену, презентации самой себя, и нам она известна как уже состоявшаяся личность, а ее личный опыт стал для нас некой такой изюминкой. От участников интенсива по самопрезентации.